16 августа в Евразийском международном медицинском университете была проведена научно-практическая конференция на тему «Вопросы развития медицинской науки», а также круглый стол с участием преподавателей и студентов университета. Данной научно-практической конференции и на круглом столе обсудили самые острые вопросы, стоящие перед врачами будущего поколения. Рассмотрели основные инструменты, способствующие здравоохранению, и приняли ряд предложений. В ходе мероприятия были представлены изготовленные собственноручно плакаты по анатомии человека, проведены видеопрезентации, дебаты на различные темы. По результатам были вручены сертификаты и победные кубки.